Шифали рукавичников. Бросок. Добивание. Бобровский. Звучит сирена. А Бобровский поднимается на ноги, совершив чудесный сейв. Резкин. И сейчас контратака. Выход. 1-1. Бросок. Лазушин. С неудобной руки бросал Никита Филатов, убежавший. Ну, скорость у него всегда была хорошая. Лазушин точно не рассыпался. Много браков передач, много какой-то суеты. Но вот сейчас Зуба. Ялос на опережении. Нужно возвращаться в ворота. Бросок. Но там уже сразу Душаева, я так понимаю, там подскочила. Вот смотрим ситуацию, которая произошла немножко раньше. Ковальчук. Пятачок покатил защитник Александров. И бросок от Владимира Тарасенко на месте Виталий Коваль. Виталий Коваль очень сильный голкипер. Бригада у Торпеды уходит, а третья в никуда. Дальше в направлении партнера. Бросок Ильи Ковальчука. Победу. Ворочек, передача на пятачок, и едва шайба не попадает в ворота, но блестяще действует Ярослав Янус. Снова ворочек шайбы, и снова великолепный пас, еще один бросок, и снова великолепный сейв Ярослава Януса. Набросок, только опасно. Павелский там подставлял плюшку. Бросок. Какой сейв Телквиста, дамы и господа. Вот это да. Еще бросок. Телквист не видит шайбы. Джо Павелский. Так, вот здесь ловушкой.